роман «Преступление и наказание» Фёдора Михайловича Достоевского занимает особое место в его творчестве. И сегодня мы с вами поговорим об истории создания этого произведения, особенностях его сюжета, композиции, сложностях жанра. Как справедливо писал Гроссман, «Преступление и наказание» — это роман большого города XIX века. Распивочная, трактиры, дома терпимости, трущобные гостиницы, полицейские конторы, улицы и закоулки, дворы и задворки, сенная и канава — все это как бы порождает собой преступный замысел главного героя Родиона Раскольников. Нужно сказать, что история создания романа достаточно длительная. Впервые о ней начал говорить Фёдор Михайлович в письме к брату 9 октября 1859 года. «Я задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения». А затем июнь 1865 года. Писатель работает над романом «Пьяненькие» и предлагает его Краевскому напечатать в отечественных записках. Но редактор отказывается печатать этот роман. Затем июль 1865 года. С известным издателем Стеловским Фёдор Михайлович заключает контракт, по которому до 1 ноября 1866 года должен создать новый роман. В случае невыполнения обязательств теряет авторские права на все свои произведения. Писатель получает аванс и спешно уезжает за границу, думая, что там, играя в казино, он сможет улучшить свои финансовые дела. А затем август 1865 года. Писатель крупно проигрывается в Германии и продолжает работу над романом «Преступление и наказание». Это был психологический отчет одного преступления. И история Мармеладова, о которой он писал в романе «Пьяненькие», становится лишь малой частью большого романа. Сентябрь 1865 года. В основу романа положено преступление. Убийство старухи-проценщицы, титулярной советницы. Почти месяц писатель работает над этим романом и обращает внимание на психологический процесс преступления. Конец ноября 1865 года. Идет переработка произведения. Роман разрастается по объемам. И если раньше писатель вел повествование от первого лица, то теперь ведет от третьего лица. Углубляется философия Раскольникова. Январь 1866 года. В первом номере журнала «Русский вестник» опубликовано начало романа «Преступление и наказание». Октябрь 1866 года. Писатель останавливает работу над романом «Преступление и наказание», так как задолжал издателю Стеловскому. И в рекордные сроки за 28 дней пишет новый роман «Игрок». И, наконец, декабрь 1866 года. В 12-м номере журнала «Русский вестник» опубликована последняя часть романа «Преступление и наказание». Каковы же причины появления этого романа? Каковы предпосылки? В первую очередь,
Это моральная надломленность автора после смерти жены и старшего брата Михаила. Во-вторых, это банкротство Федора Михайловича, которое и заставило его взяться за написание нового романа. Это, конечно же, страшная жара в июле 1865 года. Все это отразилось в романе. В «Преступлении и наказании» более 90 персонажей. Из них около десятка центральных, имеющих резко очерченные характеры, взгляды, важную роль в развертывании сюжета. Это идеологический роман, философский. Он является суровым приговором общественному строю, основанному на власти денег, на унижении человека. Это страстное выступление в защиту человеческой личности. Ребята, остановите, пожалуйста, презентацию, откройте учебное пособие на странице 153 и познакомьтесь с громкими процессами 1865-1866 годов, которые тоже послужили основанием для создания романа «Преступление и наказание». Жанр романа тоже достаточно интересен. Конечно, это детективная история. История о преступлении и раскрытии этого преступления. Но это не самая главная канва и концепция романа. Жанр романа определяют как философский, потому что в романе описано не просто убийство Родионом Раскольниковым старухи-проценщицы, но и создание собственной философии главным героем. Пытается дать себе ответы на вопросы. Кто оказывает влияние на ход истории? Что дает людям право вести за собой других? Как определить великого человека в себе? Каким должен быть путь к благородной цели? И многие-многие другие. И, конечно же, это социально-психологический роман. Потому что жизнь Петербурга, Сенной площади, низов, доходных домов, обитателей ночлежек, тех простых, униженных и оскорбленных людей, которые вынуждены идти на преступление в поисках хлеба насущного. Это невероятный рост нищеты городских низов по реформе на России. Все это не могло не волновать Федора Михайловича Достоевского. Сейчас мне бы хотелось обратить ваше внимание на смысл названия романа. Преступление и наказание. Мы обратимся к схеме. Преступление, оно ведь тоже неоднозначно в этом произведении. Это преступление против человечества, попрание вечных нравственных законов, искушение других ложными идеями. Это о статье и теории Родиона Раскольникова. Это преступление Родиона против самого себя, искажение своего пути, допущение мысли о самоубийстве, что является страшным грехом. Это криминальное преступление, юридически наказуемое. Это ведь не только убийство старухи-проценщицы, но и Елизаветы, ее нерожденного ребенка. Их причинение невыносимых страданий тем людям, которые так любят Родиона. Это его мама, Дуня, это Соня. Ведь именно Родион виновен в сумасшествии матери, в ее безвременной кончине. Прошу, ребят, обратить внимание на союз «и», который соединяет два слова в названии «преступление» и «наказание». Без наказания не будет преступления,
а без преступления не будет наказания. Но наказание тоже неоднозначно. С одной стороны, это, конечно же, юридическое наказание. Кара и возмездие 8 лет каторги, которое получил главный герой Родион Раскольников за свое преступление. А с другой стороны, это наказ и наставление читателям романа, чтобы они на примере судьбы главного героя понимали, что преступить в себе человека – это самое страшное преступление, которое человек может совершить. Преступить через себя, нарушить нравственный закон, и очень сложно потом восстановить в себе человека. Именно Евангелие, которое читает Родион Раскольников на каторге, как в свое время Федор Достоевский на каторге, поможет ему осознать тяжесть своего преступления. И в соответствии с названием «Преступление-наказание» мне бы хотелось обратить ваше внимание на композиционную структуру. Посмотрите, пожалуйста, первая часть – это замысел и совершение преступления главным героем. А вот наказание – это вторая, третья, четвертая, пятая, шестая часть. Это так называемый психологический отчет преступника. И, наконец, раскаяние – это эпилог. Таким образом, мы с полным правом можем сделать вывод, что Федор Михайлович Достоевский в своем романе «Преступление-наказание» обращает наше внимание именно на раскаяние главного героя, на психологический отчет преступника, на возвращение к самому себе. Для того, чтобы закрепить изученную тему, я советую вам выполнить тестовое задание и продолжить чтение романа «Преступление-наказание», а конкретно его первую, вторую и третью часть.